Всем привет! С вами канал Art Money. И сегодня у нас видеообзор вот такой вот пюрешечки картофельной. Покупала я ее в светофоре. Здесь у нас сейчас сухая смесь, но получается 2,5 килограмма, если ее развести. Согласитесь, это довольно много и довольно дешево. Так, давайте посмотрим состав. Где у нас состав? А, вот он. Так, кому интересен состав, можете нажать стоп и прочитать. Так, сейчас я его вот так вот видно. Ну, там вообще-то состав. Нет, кстати, маленький там состав. Маленький, это энергетическая ценность тут много. Масса 250 грамм целых, срок годности 1 год. Так, где тут? А, вот картофельная. А, картофель свежий, эмульгатор Е471. Кстати, по отзывам, я читала отзывы, всем очень нравится и прям якобы приблизительно к натуральному картофельному пюре. Я знаю, что, допустим, роллтоны я покупала, там абсолютно другой вкус, не картофельное пюре, а какая-то гадость. Вот, давайте попробуем вот этот, что же там внутри, посмотрим. Так, давайте возьмем тарелочку сразу. Открываем. Открываю при вас, чтобы вы не подумали, что там что-нибудь подсыпало. Так. Смотрите, он там... Ощущение, знаете, на вид, как будто картофель... Сделали картофельное пюре, подсушили прям, ну так, разровняли тоненько-тоненько, подсушили. И вот он какой-то такой вот получился. Так, хотела я ложечкой, ну ладно. Сейчас посмотрим на тарелке. Более, так, надеюсь, он будет стоять более понятно, чтобы вам было. Ну да, кстати, он похож. Может быть, кстати, и приближено к натуральному, или даже, может быть, это и есть натуральный картофель. По вкусу? По вкусу он чипсы напоминает. Такие, как будто чипсы взяли без особого такого вкуса, чисто картофельные, так помололи, бросили и все. Так, ладно, давайте попробуем его заварить. Так, нашла я, как он готовится здесь. Прям, хоть подписали бы каким-нибудь, вот хоть тут вот выделения видны, а вот здесь ничего не видно. Короче, 6 столовых ложек добавить сухого картофеля. Налить водичку. Правда, тут про воду ничего не написано. Ну ладно. И, короче, надо настоять 5 минут. Накрыть крышечкой и настоять. Добавляем. Взяли уже с вами тарелочку. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Ну, нормально смотреть. Шесть. Вот. Так. Пока отставляем. Ну, пускай тут стоит. Так. Чайник я уже вскипятила. И добавляем. А, она прям... Она сразу заваривается, смотрите. Не знаю только, сколько там надо самой воды. Смотрите, классно заварилось так. Так, ну чуть-чуть комочки остаются, ладно. Сейчас у меня вся остынет. Накрываем крышкой и оставляем
таком положении на 5 минут, чтобы она полностью там вся заварилась. Хотя, мне кажется, может еще воды добавить. Добавлю-ка я еще немножко водички. Кстати, воды туда ушло довольно многовато. Надо было все-таки, конечно, померить, сколько. Так, ну вот у нас настоялась. Открываем. Какая, смотрите, она. Немножко комочечки такие остались, но в целом, кстати, она, вы видели, довольно быстро начала превращаться в пюрешку, даже так необычно, что слишком быстро. Маслица я не добавляла. Хочу попробовать сначала без. Вот. По крайней мере, она, кстати, выглядит гораздо лучше, чем та смесь, которая в роллтонах, вот пюрешка, которая заваривается. Она как-то... Там прям мешать надо основательно и очень долго. А здесь вот прям она сама. Так. Давайте попробуем. Давайте сначала понюхаем. По запаху похоже на картошку пюре, но больше похоже, наверное, какой-то некий есть аромат роллтона все-таки. Вот, хотя там не написано больше особо в составе, якобы ничего нету. Ладно, давайте будем с вами пробовать, дегустировать, что же это такое у нас с вами в тарелке и насколько это похоже по вкусу на картофельное пюре. Пробуем. Она пресная. Это, наверное, даже хорошо. Не соленая. По вкусу, знаете, похоже на картошку. Такую, не знаю, надо посолить. Может быть, даже, кстати, хорошо, что она пресная. Например, я не так много ем соли, но когда чуть-чуть подсолено, я люблю. Или не знаю, или потому что когда картошка подсолена, мне нравится. Подсоленная, конечно, вкуснее. Конечно, вкус меняет. Она без всяких комочков. Ну, видимо, чуть-чуть попадается. Приближенная, наверное, да, немножко к картофельному пюре похоже. Но, наверное, еще надо добавить масло и молочко. Или сливки, сметанка. Ну, обычно у меня мама так делает. Не будет больно. Ну, блин, в принципе, похоже по вкусу, да, похоже. Такое очень ароматное. Кажется, как будто прям картошка такая вкусная. И по густоте, кстати, она. Хоть я и добавляла еще воды. Кстати, те комочки, которые попадаются, они очень легко размягчаются. То есть, допустим, если комочки в роллтоне, которые вот я говорила, то там гораздо все посложнее, надо пережевывать, они какие-то неприятные такие. То здесь прям очень-очень даже приятный комочек. Я вот сейчас попался тут вот. Еще, смотрю, лежит у меня. В принципе, вкусно, кстати. Теперь я понимаю тех людей, которые написали комментарий, что они картофельное пюре натуральное, из натуральной картошки. Да, прям такой приближенный. Очень даже вкусный, ароматный такой. Самой картошки, ну, наверное, немножечко, может быть, совсем чуть-чуть есть, но, блин, вкусно. Короче, очень-очень вкусно, мне действительно понравилось. Хотя, честно говоря, я не ожидала от себя, что мне вдруг понравится такое. Но, в принципе, например, вы прибегаете, представляете, вы бежите с работы домой, уставшая, и, ну, вот, например, вы одна живете, да, или с ребенком. Ребенка с садика забираете, его-то там накормили в садике, а вы голодные, а готовить лень, устали. Ну, хорошая альтернатива. Достали соленый огурчик еще вдобавок, если он у вас там есть. Быстренько перекусили, поели, и все, вы сытые. С утра ребенка опять отвели, хоп, на работу прибежали, разместили, 5 минут постояло это все, настоялось, вы съели. Шикарно вообще, кстати. Не надо ничего варить, пачкать кастрюли там, ждать, засекать время. А тут все быстро. Чайник скипятили, там 5 минут накрыли, за эти 5 минут побежали, быстренько там разделись, переоделись, вернулись, съели. Вот и все.
ну, там еще остыло, да, посолить, правда, там еще надо помахать рукой, пока это все перемешать там, ну, все равно. Классно, смотрите, она прям такая густая, вот как я именно, ну, да, густая, как я люблю, в принципе, да. Вот с молочком, конечно, это будет все гораздо вкуснее, но вкусно. Хотя, честно говоря, мне все равно как-то до конца не верится, что здесь будет картошка, но вы видели, они такие хлопьями небольшими, как будто действительно взяли картофельное пюре, а просто где-то там разложили тонким слоем, она высохла, ее там собрали и сложили. Скорее всего, это так и было. Не знаю, попробуйте сами дома сделать. Может быть, у вас что-то подобное получится. Кстати, будет свое, без всякой химии. Куда-нибудь духовочку там, может быть, подсушить. А, господи, сушилка для этих целей. Электрическая сушилка, не для белья. Вот, такой у нас с вами был обзор. Честно говоря, я сама в шоке до сих пор, что это так вкусно. Так, пишите свои отзывы обязательно под этим роликом в YouTube. Мне будет приятно. Обязательно пишите отзывы, потому что другие люди будут искать, смотреть, им будет интересно мнение еще людей, еще кого-то, потому что, ну, это я одна, а вас, по сути, очень много. Обязательно пишите, ставьте лайки. Лайки, лайки, лайки. Смотрите другие ролики, наши влоги, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся. Моему сыночку 3 годика уже. Также обзоры на другие продукты, фикс-прайсы, победы, светофора, обзоры на технику, разные эксперименты, фоны, фаны, фано и так далее. Там куча всего интересного. Вот. Так, подписывайтесь, жмите на колокольчик. И с вами был канал Артмания. Всем пока-пока!